Всех, мужики, с победой. Но самые главные слова, наверное, которые сегодня я услышал на скамейке после пропущенного третьего гола. И я считаю, что вот это и привело к тому, что мы все равно победили. Все дружно встали и сказали, что все ошибаются, мы сейчас вырвем, исправим ситуацию. Вот это самое главное. Молодцы, что как договаривались, вы так и делаете. Скамейка живет, скамейка на позитиве, все выкладываются, борьба. Единственное, во втором периоде, ребятки, надо забивать эти моменты, чтобы им удать этим товарищам, чтобы было 6-1, а не 3-1. Вот это важно. Всех с победой, молодчики. С победой. Вот, я думаю, нужно уметь вытаскивать, как Дамир сказал, вытаскивать такие игры, когда мы ведем. Вот, возможно, у нас одна такая плюс-минус тренировочная игра, потом уже ошибок не будут прощать, и 4-3 овертайма уже не сможем играть в плей-офф, поэтому серьезно давайте подходить к третьему периоду. Поэтому еще раз, выше нос, понятые там, заглотили бы еще больше, поэтому все ошибаются, все бывает, так что молодчик все равно хорошо играл. Вот, опять вернусь, давайте, всем, в принципе, сегодня можно дать этот щит, потому что как бились, как старались, вот, нижняя молодая команда там, налегке туда-сюда, вот, на дам, вон, у нас еще есть люди, которым, в принципе, я бы хотел вручить, Чак-Чак, Слава и Бренда, давайте, поднимите щит, от вас будет много зависеть плов, так что давайте, Сергей, с победой и комментарии по игре. Очень хорошо играли, я считаю, два периода. И, я думаю, и перебегали по скорости, и перебросали. Очень хорошо играли на форчеке, дисциплинированно. Все было четко, как единый организм. Но в третьем, конечно, такие игры нельзя упускать, потому что, как Як сказал, в плей-офф не будет таких овертаймов 3 на 3, где можем вратаря будет снять. Такие игры нужно уметь сушить, особенно в преддверии плей-офф. Скажи про свой чудо-пас, потому что там обыгрался потрясающе, отдал на Сашу, там, с колен буквально. Это фильм так вчера вдохновил тебя? Просмотр? Не знаю, если честно, рад, что наконец-то получилось какое-то очко набрать с какого-то красивого обыгрыша, потому что много по ходу этого сезона, много не забивал, когда тоже обыгрывал. Пусть такой передач, как Сережа мне отдал, конечно. Грех не забивать, так я вам скажу. Так что да, хорошо, что Саня забил. Зият, с победой, комментарий по игре. Спасибо. Хорошая рабочая победа, бились до конца, несмотря на то, что так вот все произошло сумбурно там. Ну, такое бывает, случается. Здорово, что не упали духом и в овертайме выиграли игру. Из-за чего произошел этот сумбур в третьем периоде? Потому что очень много стали играть в защите, ну и в итоге вот пропустили две шайбы. Да кто его знает, почему. Знаешь, такое бывает, игра, она всегда захлестывает. Нижний Новгород играет вот такой еще хоккей, постоянно атаковал. Может быть, где-то там какая-то еще плюс лед где-то сыграл, перескочила шайба, поэтому также тут это все ошибки такие. Там не было каких-то патовых ситуаций, в принципе, все мы здорово делали. Ну, надо работать, чтобы такого не было, и все. Но два подряд овертайма, выигранных в 4 на 3, это показатель чего? Показатель характера, в первую очередь? Конечно, да. В случае с предыдущей игрой, конечно, это мы показали характер. Сегодня мы вели, но Нижнему Новгороду надо отдать должное. Они сыграли здорово тоже, до конца бились, и в итоге мы выиграли. Но это, скорее всего, уже окончание регулярного чемпионата, и уже это больше игры плей-офф. Естественно, там может быть всякое, поэтому надо быть готовым ко всему.